Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Совалмаш. С вами Александр Сударев. И сегодня мы продолжим серию видеороликов о создании электро-БТР. Мы с вами находимся на обмоточном участке Совалмаш, и здесь сейчас полным ходом идет работа с электродвигателями, которые будут в дальнейшем установлены в сам БТР. На каждое колесо будет установлено ровно по одному мотору, и ну, давайте разбираться, как это происходит. Собственно, за донора был выбран двигатель серии AIR сотого габарита. Серия достаточно хорошая, удачная. Дело в том, что мы ранее, также это даже демонстрировалось в некоторых наших выпусках, проверяли двигатели разных серий, тестировали, снимали характеристики. И вот в соответствии с результатами данный двигатель еще советской разработки очень хорошо себя зарекомендовал и на сегодняшний день является, ну, одним из, скажем так, тех вариантов, которые нас удовлетворяют. AIR как расшифровывается? Асинхронный интернациональный Россия. Ну, скажем так, А – это двигатель асинхронный, И – это унифицированная серия, и R – это привязка мощности к размерам в соответствии с определенным ГОСТом. Поэтому, скажем так, выбор был не случайный, как я уже сказал. Теперь давайте разберемся, что с ними происходит. Сейчас вы видите один двигатель стандартный, с ним еще ничего не происходило, никаких видоизменений. А этот двигатель уже прошедший некоторую модернизацию с применением технологии совмещенных обмоток Славянка. Так он выглядит в готовом варианте. Какие же этапы работы проводятся с электродвигателями? Я думаю, что сейчас буду вам рассказывать, а операторы то, что возможно, вам визуализируют. Изначально донор, двигатель подвергается разбору, у него, скажем так, вырезаются все обмотки, в нашем случае снимается барно, и далее происходит расчет. Рассчитывается электромагнитная схема, в нашем случае это уже выполнено, и далее двигатель необходимо наполнить пазовой изоляцией, а железо остается стандартным в данном конкретном случае, после чего автоматизированным способом мотаются катушки, из которых потом в дальнейшем собираются секции и укладывается обмотка вот, собственно, на рабочем месте, которое находится позади меня. И после того, как это реализовано, двигатель необходимо обработать, ну, покрыть лаком. Подготавливаются вот такие вывода, они достаточно объемные, достаточно крупные, поэтому стандартное барно в нашем размере, в нашем случае не подходит. Мы будем использовать увеличенное. Также все это упаковывается, там переходные пластины в случае надобности изготавливаются. И мы с вами на выходе получаем уже двигатель, который удовлетворяет нашим потребностям в плане создания последовательного гибрида из нашего электро-БТР. Работы на самом деле, звучит это все, конечно, ну, достаточно просто, но по факту задача очень нетривиальная и уходит достаточное количество времени и задействованы разные специалисты. Конечно, после того, как двигатель уже изготовлен, он проходит ряд испытаний в нашей испытательной лаборатории, снимаются все характеристики, сверяются с расчетными, скажем так, показателями, и в случае удовлетворительных результатов данный двигатель откладывается, как и другие, которые уже, скажем так, ждут своего звездного часа, и готовятся к дальнейшему монтажу. Ну, я думаю, что больше сегодня нам с вами углубляться в эту тему смысла нет. Такое краткое видео, включение с полей. Рассказываем о том, что происходит. Внимательно следите за нашими социальными сетями, подписывайтесь на канал, и вас ждет еще больше интересной информации. До новых встреч!